Приветствую вас на канале Timelapse Game. Мы почти собрали опыт до нового ящика, сундука. Так, и у меня тут дополнительные миссии. Видимо, прожить еще 8 дней и открыть 20 сундуков. И основные это ближайшее, прожить 21 день. Загрузим наш регион, у нас уже 78 человек. Так, наша основная задача сейчас строить дома для людей. Пока 73 из 78. Вечер настал. Враги пошли в бой. Интересно, у них были острова или они построились? Ну, скорее всего, построили острова. Пошли враги на меня. Так, у меня 86 из 96 свободных слотов. Ну, свободных слотов 10. Электрический что? Надо еще поставить сбор молний куда-нибудь сюда. Ну да, куда-нибудь сюда. Даже не знаю куда. Так, это у нас почти до суда. Давайте здесь добавим приоритет ей. Условить молнии. Люди от страха побросали вещи и бегут в панике. У нас тут дорога разного уровня. Она между собой не клеится визуально. Так, пошли враги на нас. Видимо, снизу. Да. Какая же толпа идет с самого начала. Надо еще сборщики эссенс поставить в этом районе. Ну, справляется вроде хорошо. Конечно, энергия кончается. Я бы, конечно, сборщики эссенс поставил у каждой башни. Но мне нету столько места. А, они пошли по низу, потому что у меня там забор стоит сверху. Они через него не могут пройти. Сейчас они идут, видимо, на ближайшие доступные постройки. Видимо, так. И по логике, меня сейчас големы пойдут туда защищать. Так, одно здание, один дом до конца улучшился. Так, у нас 77 из 78 свободных коек. В том числе, надо будет стандартное здание разрушить. Вот это вот. Влезает под 9. А тут мне 11. Почему так? А, я еще не до конца улучшил. Что-то я. Огненный големов магии берет не очень хорошо. Энергия долго доходит до башен. Но, в принципе, доходит. Мне разрушают башню довольно-таки быстро. Все, одна готова. Естественно, если я вокруг них поставлю обычную стену, она поможет. И смогут ли к ней подходить. А, поставлю тут забор, ворота. Просто любопытно. Но это потом, когда уже ночь кончится. К стенам почти никто не подходит. Все пошли сюда. Поставим сюда на големов. На оборону. Пусть отвлекает внимание. Поселенцы вроде сейчас все помещаются в домах. Доламывают очередную башню мою. Энергия, видимо, закончилась вся, а вот еще нет. Так, одна башня готова, вторая тоже разрушена. Убили жителя одного. Еще одна башня готова. Тут у меня никакой обороны нет. Еще одну башню разбили. Их слишком много. Дом разбили. Организаторов. Сейчас пойдут обычные дома для жилья. Жилые. Почему у них враги бесконечные? Все выходит и выходит из зданий. А у меня не выходит из зданий и не умирает. Дом разбит.
Еще один. У меня хотя бы не в броне одежды. Все такие темные. Еще дом один. Где-то еще что-то. Кристальный мотиватор. Кристальный мотиватор уничтожен. А, видимо, там поставил его. За место ловли молний. Еще домик один. Еще один. Разруш. Убили человека. Сгорел. Вроде бы. И вот не нравится, что они справа идут у меня. Враги. Как их оградить забором? Так, съели одного какого-то. Еще. О. Еще один. Они все справа идут. Как там забор строить? Вокруг, что ли? Всего поселения надо строить забор. Ладно, дождемся дня. Может, получится переправить людей в другой регион. Тебя бросать не хочется это? Эту территорию. Или закончить всю серию. Типа все, проиграл. Конец. Начинаем заново. И я, наверное, отправлю людей в другой регион. И попробую начать там. Посмотрю, есть ли смысл уходить. Если буду развиваться в другом месте, что будет здесь происходить? Будет ли тут пауза? Здания постепенно разрушаются. Люди погибают. А враги не уходят. Толпами мрут. Големы вроде есть. Тут 4, тут 2, тут 3. И непонятно, где они ходят. А если попробовать всех отсюда увезти? 60 человек. Допустим, 70. Вещи тоже можно перевести, наверное, за сутки успею это сделать. Я бы еду. Хотя там с нуля можно без проблем все это организовать. У вас слишком много. Видимо, возврат действует на область какую-то определенную. Прежде сюда тыкнул. Да, несколько человек улетело. Люди пожелали уйти. Тут двое готовы. Мне надо минимум 10 человек, чтобы отправиться в другой регион. Берем постройку и строительство. Уже особо толку нету от этого, наверное. Здания нет, меняются. Ну и ладно. Так, 4 человека готовы уйти. Будем считать, что это тут у нас был пробный бой с врагом. Построим бараки для сна. Так, камни один человек, еда один человек. Тоже один человек. Кристаллы фермеров пусть будут. Тоже один. Тоже один. Все один. Вода один. Так, приоритет добавим на дома. Пусть поставит их. Такое ощущение, что сделать тут Tower Defense. Настроить заборов, чтобы они через них шли. А следующий попробую так сделать. Пока люди уходить не хотят. Ну, в принципе, можно попробовать сейчас построить, к примеру, в два ряда. Пусть идут. Но надо как-то
себя обезопасить, построив вокруг забор. Чего они не убираются, интересно? В теории так. Только не вряд ли успеют это все построить. Не бы это удалить? Я это сделать не могу. А, в принципе, да. Они не в радиусе, строиться все равно не будут. Так, улучшить. 6 человек готовы уйти. Или ушли. Ладно, ставим 10. Или готовы уйти. Можно еще один слой забора поставить. И стрел побольше. Ну, пусть 100 есть. Пусть 200. В принципе, он не сможет построить больше, чем есть на складах. Потом пусть будет. Я сейчас понимаю, что даже если забор построят, то я не буду успевать убивать их. Их все больше и больше. В принципе, уже проиграл на этой карте, скорее всего. Дома я больше улучшать не буду, надо быстрее достроить забор. Осталось не так много до ночи. Может, даже хватит этого здания. 8 прибавится. Ну да, хватит улучшения этого здания. Строят забор по периметру, сначала дальние, потом ближние, как мне кажется. Потом слева снизу начал строить, и справа снизу. Да, и вот и по краям тоже начал. Ну, в принципе, мне сейчас забор-то везде нужен. Настал вечер, скоро враги пойдут, они пойдут вот тут, по краешку. Что попало делают, ну, хотя строят после то слева строят, то справа строят и бегают по всей карте. Добавим приоритета на эту стенку, хотя карайс все равно пройдут. Она сразу на всю, на все стены приоритет дала. Враги уже пришли. Ну да, они идут поверху по кратчайшему пути. Ставим големов на пути, пусть задерживают. Ну и куда вы пошли? Вы куда? Глупое создание. Еще големов. Давайте скорее стройте. Ставим двоих тут. Двоих тут. Всех на строительство.
И землетрясение еще. Угу. Вот чего мне не хватало, да? Вот слева снизу. Какой-то подальше от города. Хотя да, привидение проходит сквозь дома и стены. О, они пошли. Здесь проход. Мне слабовато, конечно. Башня. Это была проба. Сейчас полночь прошло. Их все больше и больше. Я так никогда не уведу людей отсюда. У меня 6 человек и все. Давайте для пробы выйдем из этого боя. Зайдем в другой регион. Больше бонусы взять. Медики быстрее. Вот. Нужно больше иммигрантов. 10 штук. Вот у меня всего 6 из 10. Там 300 врагов на карте у меня сейчас. Так, у меня рушит забор, да? Тут тоже у меня рушит забор. Поэтому не совсем получается. Хоть тут они идут по тропинке. Тут, видимо, им далеко. И здесь далеко. Они начинают разрушать. Все башни мне разбили. Ладно, наверное, мы закончим этот бой и эту карту. Да. Там вроде если... Ну, я тут никак не выжу, даже эти у меня половину деревни разнесут. Да, выходим. Вроде я сейчас выйду и начну карту сначала, то у меня все бонусы останутся эти же. Перезагрузка мира. Удалится прогресс мира, но останутся перки и опыт. И сундуки. Можно будет начать снова. Да, начнем снова. Так как в другом месте начать нельзя, только отсюда продолжить. Надо написать Reset. Все, мир сбросился, опыт остался и перки остались. Продолжим эту игру когда-нибудь потом. Сейчас поищем какие-нибудь новые игры. Всем спасибо за просмотр. До свидания.